Всем привет! Сегодня мы решили выбраться на природу и посетить один из новых для нас парков в Анталии. И пока мы добирались до этого парка, мы поняли, что природа бывает разная. Как, например, здесь, в простой дикой природе, которая находит своих поклонников. Или же, как, например, здесь, в этом парке большое количество разнообразных дорожек, постриженный газон, облагороженные деревья и фонтан в центре этого парка. Но не будем тянуть времени, давайте же пройдем и увидим все сами. Как можно наблюдать, здесь довольно большое количество асфальтированной дороги и отсыпанных дорожек. Но здесь также приятно погулять по скошенной, убранной траве. Как и во всех парках Анталии, которые мы посещали, здесь есть спортивная площадка, где можно заняться воркаутом. Также большая территория, где можно просто посидеть на траве и отдохнуть. И как в каждом парке, опять же, здесь присутствуют детские площадки. И отличительной особенностью этого парка является теннисный корт, куда люди приходят и могут спокойно поиграть в теннис.
Также пребывание в этом парке разбавляет большое количество разнообразных скульптур. Как, например, здесь мы подошли к телеге, на которой сидит деревянный человечек с интересным выражением лица. И эта телега нам приглянулась, так как она привлекла наше внимание тем, что мы увидели, что у этой телеги колеса с протектором. Также, помимо этого, на телеге установлены рессоры для плавности хода самой телеги. Также в этом парке есть несколько кафешек, ну куда же без них, где людям можно будет отдохнуть на природе, но в то же время в помещении. Ну а мы двигаемся дальше. Также интерес этого места добавляет вот такой фонтан. Это фонтан необычной формы, что само по себе интересно, и с покрашенным дном бассейна в голубой цвет, что придает этому фонтану голубоватый оттенок, из-за чего вода кажется как будто морская. Как и во многих турецких парках, здесь также есть туалет и раковина с водой, чтобы можно было помыть руки или же вымыть посуду. Как я и говорил в начале этого ролика, что в конце сообщу, как называется этот парк. Парк этот называется Хаят Парк. Находится он в районе Коньялты. В этот парк есть два входа, оба входа бесплатные. В целом, нам очень понравился этот парк своим
чистой, убранной территорией, множеством лавочек и мест, где можно отдохнуть. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Также вы можете написать свое мнение по этому парку в комментариях. Мы обязательно прочтем все комментарии и ответим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!